Слава Иисусу Христу, слава нашему Господу, Богу Спасителю. Братья и сестры, всех приветствую, благословляю из Копейска, Челябинска, Челябинской области, с Южного Урала. В эти дни проповедую здесь, город Кыштым, город Копейск и другие города по Южному Уралу. Слово Божье здесь, среди очень разных народов, проживающих на Урале, проповедую. И в центрах реабилитации, и в церквях, на богослужениях. Вчера здесь, в Копейске, было богослужение, такое собрание в центре реабилитации. И сегодня богослужение в центре города Копейска. Слава Богу! И огромное спасибо всем вам, дорогие друзья, за ваши молитвы, за поддержку и финансовую, и духовную молитвенную поддержку моего миссионерского такого просветительского служения. Потому как на самом деле служение очень важное, православное, евангельское, реформаторское такое, обновленческое служение. Ведь действительно это признается даже и на самом высоком уровне, религиозном, политическом, что и в России, и в некоторых других странах, действительно, вот в Белоруссии, в Украине, большинство людей, люди именно православной культуры, традиции, верующие, неверующие, религиозные, светские, разные очень люди, но так или иначе впитавшие религиозные традиции определенные, выросшие в традициях определенных, в культуре, по крайней мере, религиозной даже. Может, не в самой церкви, а церковной больше традиции, а в такой именно культурной традиции православной. И вот, но, к сожалению, культура сама, традиция православная, она во многом, к сожалению, не христианская. Хочется, чтобы как можно больше было христианства в православии. Это возможно только лишь через Иисуса Христа. Чем больше будет действительно христианства в православии, тем будет скорейшее вот это духовное пробуждение наших народов и здесь, по Южному Уралу, и Уралу, Сибири, европейской части России, в других регионах, в других странах мира. Слава Богу! И хочется, чтобы действительно не просто православная культура, она была для людей как бы значимой, а сам Господь Иисус Христос, чтобы действительно имя Иисуса Христа прославлялось, чтобы было вот это духовное воскресение. Слава Богу! И молимся о том, и моя молитва, она и всегда об этом, с самого 96-го года, когда я вышел из традиционного православия, из уз православной культуры, традиции, знаете ли, в свободу Божью, в Иисуса Христа погружаясь. Я понимаю, с того времени и молюсь о том, чтобы священнослужители, в первую очередь, конечно, православные, чтобы действительно обратились к Богу, покаялись, чтобы прозрели, чтобы не слепые вели слепых в преисподнюю, но чтобы прозревшие вели прозревших в Царство Божье. И моя молитва о всех православных христианах и, конечно, о всех христианах, потому что здесь, по России, путешествую, я большей частью проповедую в церквях евангельских, протестантских церквях, и это замечательно. Это действительно показывает не просто на словах, а в деле, что мы едины, что церковь, она едина, и что имя Иисуса действительно нас по-настоящему, не понарошку, а по правду, что нас объединяет. Слава Богу! И, дамы и господа, в эти дни я был свидетелем действительно чудес Божьих. Наркоманы, алкоголики, проститутки, бандиты, сутенеры, обычные грешники обращаются к Богу, исцеляются, освобождаются. Для меня это знак действительно живой церкви. То, что церковь Иисуса Христа здесь, по Южному Уралу, она действительно жива, и она действует, слава Богу. Потому что все в этом заключается, чтобы вера действовала любовью. Слава Господу! И моя проповедь была как раз тоже и о любви Христа. Моя проповедь была
о мышлении христианском. Вот в Кыштыме последняя моя проповедь была именно об этом. В воскресенье буду продолжать тоже в Кыштыме. Сегодня в Копейске, завтра уже в Кыштыме. Слава Богу! Благословение Божие всех вам, дорогие друзья! Погружайтесь в нашего Господа, Бога Спасителя Иисуса Христа, чтобы действительно христианство было крещенным во имя Иисуса, то бишь погружено в имя Иисуса Христа, пропитано Иисусом Христом и живо Иисусом Христом, потому что в этом наша жизнь. И ни в ком другом нет спасения вообще, помимо Господа Иисуса Христа, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Сия вера апостольская, сия вера православная, сия вера Христова, христианская, настоящая, истинная. Верьте так и будете спасены, потому что всякий, кто призовет имя Господа Иисуса Христа, будет спасен. Верьте в Господа Иисуса Христа, и будут спасены ваши дома, ближние, родные. Бог хочет всех вообще спасти. У Него есть прекрасная святая мечта. Давайте мечтать вместе с Богом и трудиться во имя Господне на Его святой ниве. Слава Богу! Снова и снова, паки и паки, я благодарю Бога за каждого из вас, а в особенности за тех, кто и в молитве, в словах, и финансово, в делах участвуют в миссионерском, просветительском, евангельском таком православном служении. Пусть Господь Бог благословит всех вас. Из города Копейска, Челябинск, Челябинская область, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. 23 января сегодня, 2016 года. С миром Божьим. Мир всем, мир вашим домам, вашим сердцам. Слава Иисусу Христу. Навеки слава Богу Святому. Аминь.